В Хатынецком районе в деревне Жудре состоялось перезахоронение останков воинов Великой Отечественной войны. Их обнаружили осенью прошлого года во время проведения вахты памяти. Герои погибли при освобождении Знаменского и Хатынецкого районов Орловской области. Хотел бы выразить слова благодарности нашим организаторам, которые помогли нам сегодня сделать это мероприятие. Это и поисковой бригаде, которая обнаружила солдат незахороненный в лесу. Это национальному парку, который приложил немалые усилия в этом. Это за вольерный комплекс и нашим жителям. В результате проведенных работ поисковый отряд установил личность четырех героев. Двое солдат остались безымянными.